Шма Израиль, Адонай Элоэйну, Адонай Эхад, Бару Шем Кевод, Малхуто Леолам Ваэ. Друзья, хочу сегодня... Перед тем, как мы разойдемся еще, да, будем молиться друг за друга, сказать послание, которое Бог мне дал. И такое чувство, как я выдал на одном дыхании. Знаете, я сам удивляюсь себе, что мне не нужно было, долго над этим трудиться, бороться с этим всем, что, ты когда делаешь слово, ты рожаешь его, да. И я, к моему большому удивлению, вот я получил это от Господа, и оно просто легло на странице моего ноутбука. Да? И я хочу поделиться с вами этим посланием. Знаете, в начале каждого пути верующего человека есть моменты, которые нельзя забыть. Вы согласны со мной? Когда вы начинаете свой христианский или там, верующий путь, есть моменты, когда ты не забываешь эти ситуации, ты не можешь забыть. Ты не можешь забыть то покаяние и свободу, которая пришла, когда с тебя снята была эта вина греха за жизнь, которую ты прожил. Знаете, и у каждого, конечно, своя история греховного рабства, но ты не можешь забыть то облегчение, то чувство той свободы, которое ты переживаешь в момент, когда ты принимаешь Господа, как будто все то, что ты в чем жил, тот позор, то поношение, тот ужас, он с тебя снимается, и ты чувствуешь такое облегчение, ты вышел на свободу. А второе чувство, которое мы переживаем, это когда мы первый раз слышим Бога в нашу жизнь. Многие скажут, какие слова могут быть? Я вам скажу, какие это слова. После того, как ты покаялся, ты почувствовал свободу от той греховной жизни, того греховного рабства, в тот же момент ты получаешь от Господа обетование. Чувство, что с этого дня все будет по-другому. Это Бог говорит наше сердце. Мы понимаем, что мы, может быть, не осознаем, что это было слово от Бога, но мы понимаем, что в этот момент мы впечатлены тем голосом, который мы чувствуем внутри себя, что этот голос, который Божий голос, говорит, с сегодняшнего дня я даю тебе надежду на лучшую жизнь. Будет лучше. Будет абсолютно другая жизнь, которой ты жил до покаяния. Мы получаем светлые надежды на будущее в виде обещаний лучшей работы. В другой момент ты чувствуешь, подожди, если я получу такое облегчение, значит, моя работа станет для меня другой. Я могу получить обетование. Ты получаешь это слово, ты получаешь призвание, ты получаешь исцеление. Или, знаете, как говорят, послание второй половинки. Сеня, ты знал, что ты получишь, что у тебя жизнь будет нормальная, у тебя семья будет, правда? Ты чувствовал это, но ты долго к этому и шел. Я хочу говорить о том, что да, мы многим нашим детям не можем объяснить, что такое рабство греха, что тот мир, в котором мы жили, то, что мы переживали, является той ношей, и лучше туда не ходить. Там дикие звери в этом мире. Они не понимают, как жить. Потому что все, что они видят в своей обыденности каждый день, это нормальная жизнь, христианская жизнь, верующих людей. И тут как же нам не попробовать того, что там? Мы и каким-то образом они не понимают, о чем мы говорим. Той встречи с Богом. Им нужно пережить свой Пануэль, ту встречу, и мы должны позволить это сделать. Потому что они лучшего или худшего не знают, потому что все, что мы хотим сделать как родители, огородить их. Да, нашим детям придется иметь свой Пануэл. Но все же мы были впечатлены теми словами, которые сказал Господь в нашу жизнь. Изменил ее и дал нам обещание.
Кому из нас, из вас, из нас в верхнем, нижнем зале, в интернете, да, кому из вас Бог дал обещание по каким-то особенным моментам, когда вы почувствуете, что Он говорит с вами? Да? Спасибо. Я верю, что это от Бога. Потому что некоторые вещи, которые мы переживаем, они действительно нас изумляли. Немного времени прошло с нашего покаяния. Да, и тут проходит унылая пора очарования. Я хотел сказать разочарование. Да? Хотя будто Пушкин смотрел в души недавно уверовавших людей. Это было такое прелюдия к осенней погоде. Как раз у нас тоже лето заканчивается, и предвестие Рош-Ха-Шана – это некое состояние осенней бытовухи. Да? И как в жизни любого человека, особенно верующих людей, приходит и наступает унылая пора, отчей разочарования. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Псалом 17. Мы говорим об этом, потому что очень важно понимать, что это жизнь, жизнь, которую мы живем. Вот прошло от покаяния, от обещания, обетования, которое Бог дал, у кого-то 5 лет, у кого-то 15. Кто-то, если старожилы, уже 20 лет верующим со дня независимости Украины. 20, почти 30 лет. Кто-то давно уже уверовал, кто-то, уж, может быть, родился в семье верующих, уже 50 вам лет, и вы все равно находитесь в этом состоянии. И вдруг где-то забываются эти обещания. Вы привыкли к ним, что они где-то есть, но никогда не сбудутся. Может, это какие-то грезы. Или вообще не сбылись еще, и вы так сильно расстроены, так сильно напряжены, что вы сами становитесь язвой, ходячей во тьме. Ваши близкие, родные от вас шарахаются по причине того, что вы были добрыми когда-то, хорошими, тихими, спокойными духа, а тут вы изменились. Вас раздражает, что те обещания, которые Бог вам дал, они не исполнились и не исполняются. Когда вы находитесь под давлением, вы должны обращать внимание на то, что вы позволяете проигрывать в вашем разуме. Что вы позволяете? Негативные мысли, обещания, которые не исполнились, самооценка низкая, людей, которые вас раздражают. Мы должны думать о том, что мы прокручиваем в нашем разуме. И вместо того, чтобы размышлять о негативных мыслях, вернитесь к обещаниям или же словам, которые Бог вам дал в вашей жизни. Возможно, это недавно Бог вам открыл, а возможно, это было очень давно. Если Иешуа обещал, что те, кто в нем... Писание говорит, это Иоанна 7, глава 38 стих. Как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. Кто в нем? Он говорит, кто в нем находится? У того, Бог говорит, у того из чрева потекут реки воды живой. Тогда почему сегодня так много верующих людей совершенно высохли и умирают от жажды? Почему? И когда ты общаешься с людьми, они просто говорят, где это все сухо, я не знаю, что происходит. Неужели нет живого источника Слова Божьего в общинах или церквях? Неужели только помазание, служение, исцеление, освобождение пророческого откровения является той живительной водой? И мы там ищем, мы ее и смотрим в интернете, какие будут у нас конференции, что происходит, а что было на собрании. И это вот попытка найти тот источник, где нас что-то вдохновляло, и вместо того, чтобы понимать, что Иешуа говорит. Посмотрите, что говорит Иешуа. Кто верует в меня? Не помазание, не в изгнание, не в пророчество, не в исцеление, но в меня у того потекут источник этой жизни. О чем я говорю? Источник жизни в Иешуа.
Все остальное, как бы говорить, ищите Царство Небесного, а все остальное приложится. Если мы будем искать тот источник, который является Господь Иешуа, мы будем этим древом, которое посажено у потока вод, и лист которого не вянет. Источник этот Тора. Живая Тора Иешуа. И мы говорим это слово, которое Господь нам оставил. Священное Писание. Так что причиной высыхания не в недостатке ресурсов для жизни. Сегодня переполнено, у нас все переполнено. Сегодня у нас настолько технологий мы можем использовать, что мы можем иметь не только слово в Украине, мы можем получить еще проповедника слова из там, Белоруссии, где-то с Германии, с Америки, с Австралии. Какого бы не хотел, хочешь на английском, пожалуйста, хочешь на иврите, пожалуйста, не понимаешь, переведем. Источник, недостаток ресурсов абсолютно нет для того, чтобы жить, чтобы расцветать и жить. А тогда вопрос, в чем причина засыхания? Наверное, в состоянии человека. Эти люди, которые чувствуют, что они засохли, они снаружи кажутся живыми. Ходят в собрания, участвуют в служениях, совершают молитвы, но внутри не переживают движение Духа и не переживают того чувства, которое они пережили в начале своего пути. И они задают вопрос, что произошло? Такие люди делают все по определенной накатанной дороге, по религиозной привычке, потому что чаще всего, если вы посмотрите, те, кто уже верующий давно, по вас можно определить, в какой общине или в каком течении вы приняли Господа, потому что ваши привычки, которые вы приобрели в этих течениях или в этих общинах, они выражают вас. Вы также мыслите, вы также намекаете, вы также делаете интонацию, да? И мы можем понять, в каком общении вы находитесь. И все же они исполняют определенные религиозные ритуалы, они предписывают, знаете, места Писания, и они живут этим. Они представляют свою культуру общины, либо культуру общества. А в радости и мира у них уже давно нет. Радости того, что они спасены. Радость того, что они могут прийти пообщаться и сказать Богу открыто, я хочу твоего прикосновения. Мира, потому что гонимы своими обстоятельствами. Писание говорит, что одна из причин, по которой верующие люди могут переживать из засыхания, то есть это износ, изнурение, это унылый дух. Унылый дух. Потому что Писание говорит, притча, как я уже зачитал, 17 глава, 22 стих, унылый дух сушит кости. Давайте мы разберемся, скажите, и что? Что мне сказать, что я худой, сушит кости, если сушит кости, значит и все тело. Знаете, видно по человеку. По человеку сразу видно его состояние. И понимаю, это Писание не просто говорит об унылом духе, что он сушит кости, а здесь принципы. И я вам хочу показать это. Что значит унылый дух? Унылый на древнееврейском слове это наха, это переводится как сломленный, пораженный, раненый. Вы скажете, ой-ой-ой, я пожил с многими верующими людьми, я настолько раненый, что подальше от этих людей нахожусь. Итак, посмотреть на это место Писания еще раз. Сломленный, пораженный, раненый дух сушит кости. Теперь это уже интереснее, правда? Не просто унылый дух, а сломленный, пораженный, раненый дух сушит кости. Дух человека переносит его немощи. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Притча 18 глава, 14 стих. Это удивительное место. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Конечно, вы скажете, только у Господа. Другими словами, человек в трудных обстоятельствах побеждает не телом, не разумом, а своим духом.
И если мы духовно крепки, мы сильны, тогда мы можем побеждать. Но если человек имеет сломленный, то есть сокрушенный дух, сломленный, пораженный и раненый, то откуда у него взять силы, если их там нет? Не имеется в виду, их там нет. А в это время в жизни приходит поражение. Тогда, когда ты абсолютно не сложен в своем духе. Вы скажете, хорошо, а что дальше? Что значит сушит кости? Вы так хорошо говорите о том духе, да, то что значит сушит кости? Слово сушить не весла, да, вот поднять вверх, а сушить на древнем еврейском языке слово, как ядеш, быть постыженным, растерянным или разочарованным. Высохнуть, как вода, или же засохнуть, как трава. Быть запутанным и увядать. То есть быть в состоянии не живой и не мертвой. Такое вяленая рыба из привоза. Знаете, это очень важное слово. Потому что, когда мы смотрим на это, мы можем понимать, что Бог хочет сказать. Когда мы говорим сушит кости, тогда кости на древнем еврейском не просто говорится о костях, а слово гарам – это сущность какого-то предмета, кость, стержень, сила, верхушка. И если посмотреть на это место Писания уже с таким как бы предположительным, альтернативным переводом, оно будет звучать очень интересно. Притчи 17 глава, 22 стих. «Сломленный, раненый или пораженный дух теряет себя, в нем высыхает и увядает сила», то есть иссякает, то есть сила перестает быть, «и он забывает о своей сущности». Интересно, потому что мы писаем говорить о том, что мы в Иешуа, мы кто-то, мы посажены у источника вод. Мы понимаем в сущности, кто мы есть, когда мы рождаемся свыше, что мы дети царя. Но приходит время, когда мы теряем понятие сущности, кто мы. Другими словами, когда дух человека сломлен, ранен или поражен, то он забывает, кем он является в Боге. Теряет свою сущность, перестает быть способным наслаждаться жизнью в Мессии. И Иешуа говорит, я есть источник жизни. И вот он есть путь, праведность и жизнь. И находящий в нем, он питается от него соки. А ветвь, которая не приносит плода, засыхает, да? Которая не питается от корня. В конце концов, такой человек перестает общаться с Богом. Первое, хотите, как бы сказать, такой вес, или так сказать, узнать, почему у вас происходит такое, так какая ваша духовная жизнь, молитвенная жизнь? Какова жизнь человека, если он перестает общаться с Богом, потому что общение с Богом – это молитва. Он умирает от жажды. Его дух начинает умирать от жажды, от общения с живым Богом. В итоге он теряет силу противостоять любым вызовам, которые он сталкивается, и становится рабом своих обстоятельств. Знаете, когда человек знает силу в Боге, он понимает Божье предназначение, кто он в нем, тогда рождается эта мысль, что я знаю, как иметь этот источник жизни. И начало человека в молитве. Утром проснулся, ты благодаришь его, поешь песни. Разум он наполнил Богом, и мы движемся вперед. В конце концов, человек, он начинает двигаться к Богу только через молитву и общение с Ним. Каким же образом? У каждого может задаться вопросом. Наш дух поражается. Каким образом враг может поразить наш дух? Что может нас ранить? Скажите, ой, Ребе, не говорите, что нас может ранить. Нас все раздражает. Уже мы 50 лет в вере, и нас уже все раздражает.
Писание утверждает следующее. Дух унывает при сердечной скорби. Как вы думаете, так написано в Библии? Конечно, притча 15 глава. Дух унывает при сердечной скорби. И вот слово «унывать» здесь мы уже понимаем. Это еврейское слово «наха», «нака», да, такое. Дух ранится, поражается или ломается от сердечной боли. Ой, ребе, ой, сердце болит за детей. Сердце болит за страну, сердце болит вообще за людей, мне сердце болит за все служение, сердце болит у меня за все ситуации, в которых я нахожусь. Я вам скажу так, что значит сердечная боль? Это не только вот состояние болит сердце. Если вы пойдете к врачу, кардиологу, он вам скажет простую вещь. Сердце не болит. Болят сосуды, болят еще какие-то. Сердце само не болит. Но оно переживает. И мы говорим, это переживание вот сердечное, мы называем это либо радостью, либо тем унынием или болью, которую вы переживаете. Интересно, потому что сердечная боль на иврите означает ацебас. Идол, боль, рана, печаль. Интересно одно слово, которое мы здесь услышали. Это слово можно перевести как рана, как боль, или же можно перевести как идол. Наш дух поражается присутствием идолов в нашем сердце. Наш дух поражается присутствием идолов в нашем сердце. Я хочу вам поделиться о трех идолах современного человечества, современной нашей эпохи. Если раньше идолов ставили кто-то там какие-то деревянные, железные, еще какие-то, то сегодня люди очень, очень так, умные. Они избавились от истуканов, которые у них есть, может быть, в азиатских странах, там что-то еще есть оно, да? Но будем говорить, уже европейцы, такие самые уже продвинутые, да, в этом понятии, уже ж умные стали, они изменили идолов, потому что идол – это то, что находится в сердце. От избытка сердца говорят, что уста. То есть то, что мы исповедуем, то, что ты замечаешь за людьми, мы начинаем проверять на деле. Первый идол такой – неоправданные ожидания о самом себе. Я, мне и много. Я, мне и много. Я помню, когда это наш младший сын так говорил, мне еще и еще. Я, мне и много. Мы понимаем, что когда мы себя накручиваем тем, что мы думаем, что сможем достичь определенных высот, мы же умные, у нас есть образование, что в чем-то мы лучше других, что сможем всего добиться, что у нас есть такой дар, что получится больше сделать или лучше других. Но приходит момент в жизни, я говорю сейчас, наверное, к молодежи, больше молодому поколению, до 40, наверное, так, потому что амбиции в это время, они прут, просто прут. Приходишь в момент своей жизни, останавливаешься и думаешь, но на самом деле ты обычный человек. На самом деле ты обычный человек. Что так же, как и все, ты болеешь. Что так же, как и все, ты можешь потерять свой бизнес. Что ситуации, как у всех, сложные. И твои ожидания не оправдывается, что ты самый-самый-самый-самый. Любите, носите меня вот такой, какой я красивый. И приходит разочарование в самом себе. Приходит разочарование в том, что ты кто ты. Потому что греховная натура человека нуждается в Спасителе, и без Мессии ничего мы не можем сделать.
Потому что Он становится целью нашей. Потому что Он прославился в наших дарах, в наших достижениях, чтобы отдать Ему всю славу. Потому что Бог говорит, не отдам славы своей ни одному человеку. И мудрость, или премудрость, или знание, это они надмевают. Здесь наступает ключевой момент. Когда человек разочаровывается в себе, в своих дарах, даровании, а даже те дара, которые он получил от Бога, что их не услышали, как-то еще не развились и так далее, приходит ключевой момент. Или ты можешь допустить свой дух уныния, или взывать к Божьей милости для восстановления твоего духовного роста. В радости. Приходит момент в жизни человека, где ты стоишь на распутье. К сожалению, у многих людей этот момент, они идут к осознанию и на поводу разочарования, которое постигает их в жизни. Не то, что все делал, а никому не нужно. То, чего я добивался, оно неинтересно. То, что я думал, что это самое важное, стало второстепенным. И мы в ожесточении допускаем уныние в сердце. Это идол. И начинает все болеть. Такой человек начинает чувствовать себя неудачником. Думать о том, как несправедливы к нему обстоятельства, или как жестоко к нему вся жизнь. И как вообще община к нему или там верующие к нему относятся. Он опускает руки, отказывается от новых попыток и возможностей и говорит сам себе, все равно у меня ничего не получится, сколько той жизни осталось. Это все-таки вся моя жизнь пошла на прах. Так чувствуют люди, которые самоуверены. Это идол. Ты думаешь, что ты чего-то стоишь. А Бог говорит, я взвесил тебя. Помните, да? Взвесил тебя, поставил на веса. Что ты собой представляешь? Второй идол, который мы можем иметь в своей жизни, возвышение своих детей над другими. Дети могут быть идолами. Извините, я буду сегодня говорить так. Потому что дети являются особенным даром от Бога. Кто согласен со мной, что дети – это особенный дар от Бога? Это благословение. Когда мы можем иметь детей, передать им не только нашу генетику и нашу историю, мы можем им дать шанс в жизни. К сожалению, многие родители не осознают значение слова «особенный дар». И они путают его с лучшим даром, чем других. Мой Сёма, он лучше всех остальных. Он самый умный. Он самый справедливый. Он станет следующим президентом. Он самый-самый. Особенность человеческой жизни заключается в том, что мы созданы для личной цели. То есть от Бога. Бог дает нам цель. Дает нам жизнь. Дает нам предназначение к индивидуальному дизайну, который от Бога. Мы только становимся орудием в его руках, да, как родители, но он дает нам жизнь для того, чтобы дивно нас сотворить в первую очередь, а потом дать помощь достичь цели. И Творец заложил внутри нас особенные дары, потенциал и силу, чтобы мы были. Задание человека является в познании той цели, которую Бог дал. Познайте пути мои. Бог говорит, откроюсь вам. Хочу, чтобы тебе открылось невозможное и то, что ты не ожидаешь. Чтобы ты стал благословением, не проклятием. Чтобы ты был главою, не хвостом. Чтобы ты был тем светом в мире, который люди будут принимать Иешуа как личным спасителем. Один человек не лучше и не выше, не превосходнее другого. Он говорит, мы все одинаковы. Имеется в виду как индивидуальность. У Бога нету любимчиков таких особенных, потому что в Иешуа Мессии Он за всех нас умер и нас не приравнял, а усыновил и сказал, ты мой, я тебя чудно сотворил. Но другой, ты абсолютно другой, ты не превыше всех и не лучше всех, ты другой, ты личность, оригинал, которого нету подобного.
Ты не можешь, даже в наших детях мы не отражаем себя. Они становятся сами личностями, которые мы должны видеть это. Чтобы избежать от такого разрушительного идола в сердце, мы должны отказаться от мысли о том, что наши дети лучше других. Они особенны. У них есть свое призвание. У них есть часть жизни, которую мы им даем, дарим, научим, и мы направляем их. Момент разочарования в наших детях обязательно наступит. Родители, говорю вам, вы как только вы начинаете их идеализировать, поднимать, лучше делать, придет этот момент разочарования в нашу жизнь. Рано или поздно мы это увидим. Я увидел, каждый из них, что наши дети не лучше других. Они такие же имеют проблемы, как остальные дети. Ты увидишь, что твои дети поступают так же, как и все. Принимают эгоистические решения в пользу своих интересов. Согласны с этим? Да. Ты думаешь, что они тебя слушают, но они принимают решения, потому что это им выгодно, им хочется, и это их эго. Они вообще за тебя забывают, что ты есть. Вспоминает иногда только, а, хорошо, все, только в мою жизнь не лезь. Да? Когда ты поймешь, что твои дети не лучше других, а являются такими же грешниками, как и все остальные, поблагодари Бога. За что? За то, что ты смог иметь этих детей. Что это дар от Бога. Покайся в плотских ожиданиях. Молись, чтобы от особенных вот таких поворотов в жизни, но молиться за особенные благословения, особенный план Божий, который только есть у Него, у Бога. Мы можем направлять на детей, но по сущности нам нужно говорить о жизни. Отдайте ваших детей Богу в Божьи руки, позвольте им пройти дорогу богопознания. Не свою дорогу богопознания. У нас не может быть своей дороги богопознания, а богопознания, потому что мир не изменился. Он вчера, сегодня был тот же. Люди не изменились со дня сотворения, но нам нужно пройти путь, частью которой является разочарование в самом себе. Молись, чтобы это разочарование не нарушило твое духовное состояние. И третий идол, который мы можем иметь в своих сердцах. К большому сожалению, конечно же. Это обожествление служителей и их даров для общины или церкви. И саму общину или церковь. Мы идеализируем этих личностей, которые имеют дарование служить людям. Или же те места, где, кажется, должно быть и полный идеал. Когда мы приходим в собрание верующих людей, мы наполнены сверхъестественными ожиданиями. Мы ожидаем, что что-то будет, кто-то помолится, кто-то нам скажет слово, что-то будет особенное. И вдруг мы начинаем замечать, что служители ошибаются, борются с греховной природой, нуждается в поддержке, и мы думаем, так они нормальные, как и мы. Идеализируют многих. Мы видим, что любящие Бога очень далеки от совершенства, им нужна наша почему-то помощь. Мы начинаем их корректировать, мы начинаем за них говорить. Мы начинаем в них разочаровываться. А тут еще оказывается, не только лидеры, служители, сама церковь, вдруг в общинах есть люди, которые подлые, являются непосредственным орудием дьявола для того, чтобы разрушить мою веру, мой дух. В момент, когда вы обнаружите идола в своем сердце, то есть другого, кто виноват в вашем состоянии, это идол, чтобы вы понимали, который вы на себе поставили в сердце. Нужно склонить наше лицо к Богу перед Отцом и попросить Его защитить ваш дух от таких мыслей, которые мы накручиваем. И, может быть, прочитать Псалом, который, может, 141-й,
голосом моим Господу возвал я, и голосом моим к Господу помолился, и излил перед Ним моление мое, печаль мою открыл Ему, когда изнемогала во мне дух мой. Ты знал стезю мою, на пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня». Это вам кажется, что сети, но вы чуть-чуть перестарались в своих ожиданиях в людях. Вы-то святые, а все остальные почему-то подонки. Понимаете, понимаете, о чем я говорю, да? Но как только ты подумал, что другой человек – это подонок, ты положил в свое сердце этот идол, где ты начинаешь разочаровываться. Как я уже говорил, веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух, да, сушит кости. И теперь, когда мы уже разобрались, что сушит наши кости, какие идолы и что происходит, давайте посмотрим, что же, как нам выйти из этого положения, что нам сделать, что же, какие светлые мысли вообще могут прийти к нам в голову, как изменить свою жизнь и начать расцветать, начать, наверное, быть живыми, расцветшими. Тут Соломон делает очень интересный поворот. Заметили или нет? Веселое сердце благотворно. Вы скажете, что? Смех от причины, признак мессианской общины, что ли? Не-не-не, слушайте, я хочу, чтобы вы понимали, у нас веселое сердце, радостное сердце. Вспомним наше обращение и что мы в первую очередь получили от Бога. Вспомните, я поэтому говорю, когда приходит состояние, когда мы сухие, нам нужно вспомнить, откуда мы пришли, изнесли, понимаете, что нас вдохновило, как мы скинули с себя греховную натуру, как мы получили свободу, какая радость пришла, что мы свободны. И фактически эта радость, свобода похожа на состояние, которое переживал евреи. Послушайте, евреи переживали исход из Египта, это чувство, которое похоже на то, что завтра мы не будем делать то, что делали вчера. Когда они выходили из Египта, они переживали, что завтра мы не будем делать то, что мы делали вчера. И в этом радость. Насколько радость? Очень интересно, исход 15 глава. 19 стих. «Когда лошади, колесницы, всадники фараона вошли в море, Господь обрушил на них морские воды, а израильтяне прошли через море, как по суше. Пророчица Мирьям, сестра Аарона, взяла бубен, не дала в бубен, а взяла бубен в руки. И женщин с бубенцами, танцуя, пошли за ней, и Мирьям пела». Господу пойте, и высоко возвесен, коня его и всадника его бросил он в море. Они брали радостное состояние, что в новом движении, в завтрашнем дне не будет как вчера. Если мы хотим устоять в вере, нам необходимо вернуться обратно к обещаниям, которые мы получили от Бога. И на этом обещании стоять. Ведь знаете, что наш народ имел обещание быть свободными от Египта. Бог говорит Аврааму, твой народ, твои дети, твое наследие будет в рабстве, но я их освобожу. Более 200 лет они ожидали свободы, каждым днем становилось все хуже. 200 почти с лишним лет они знали, что Бог освободит, потому что об этом говорил, а также Бог сказал, что оно будет. И они ожидали, и скажем, мне слово, хуже, и хуже, и хуже. Потому что Бог своей рукой это делал. Потому что каждому поколению, поколению до этого, было хуже, чем было Иосифу и его братьям. В Египте были они, помните, да? Все же они при неисполненных обещаниях взывали, надеялись и, возможно, они говорили, в этом году, как мы делаем на Песах, помните? В этом году, пускай оно будет. И они, наверное, надеялись, что в этом году все изменится. И я услышал стенание сынов Израиля о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израиля,
«Я Господь». Обещания, которые Бог дал в вашу жизнь, нам нужно вернуться к ним. И даже если они не исполнились в это время, нам нужно вернуться и стать благодарными. Благодарными Богу. Знаете, община Ур-ХаМашиах и Бетель, мы уже шли к Божьему обещанию для собственного здания более 15 лет. Более 15 лет. И вот мы не просто собираемся в здании для собрания. Мы не просто в здании, которое, знаете, вот арендуют. Мы в собственном здании, где происходят наши собрания, духовное возрастание, молитвы, евангелизационные собрания, работа с детьми и молодежью. Мы 15 лет и шли к обещанию, которое Бог дал. А индивидуально каждый имеет собственное обетование от Бога, которое нам нужно, к которому нужно возвращаться с верой и радостью. Так как радостное сердце всегда благодарно, всегда надеется на Божие провидение. А еще у нас есть помощник в наших бедах. Псалтирь 45. Бог – прибежище наше и сила наша. Помощь в любой беде, в любом состоянии. Помощь. Но и новозаветные верующие, мы имеем особенную привилегию. Нам дан Дух Святой как утешитель, тот, кто будет рядом. Мы не должны смущаться Божьим непоспешностью в своем обетовании. Знаете, Бог задерживается, но мы должны смущаться их нашим нетерпением. Мы должны смущаться то, что нас всегда что-то подталкивает спешить на какие-то вещи, которые не должны спешить. Нам с вами дан Дух Святой не только для общения с Иешуа как дар, но как утешитель в сложных обстоятельствах. Это не просто чувство, но персональный тренер в нашей повседневной боевой жизни, чтобы не погибнуть от уныния. Дух Святой, что же мне делать? Первое послание к Коринфянам. Что же мне делать? Я буду молиться Духом, но буду молиться и умом. Я буду петь Духом, но буду петь и умом. Что же мне делать в таких ситуациях, когда вы чувствуете, что вы засохли, сгорели, виноваты не источники, они всегда есть у Бога, они открыты. Они даны, ресурсы даны. Виноваты мы, потому что в наших сердцах поселились идолы, и мы засыхаем. Причиной становится это. И сегодня я хочу позвать вас всех на молитву. За самих себя. Молитву в Духе Святом. Возвращая себя к тем обетованиям, которые мы с вами получили в начале нашего пути с Богом. Я хочу, чтобы сегодня вы в Духе Святом начали просто говорить с Богом, общаться. Послание к Римлянам, 8 глава, 26-30 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Кто из вас немощен? Кто засох? Кто устал? Кто уже как бы сдался, сказал, все, капец, не хочу, не буду. Может, вы просто религиозно приходите на собрание, потому что оно проходит. Но в сущности... Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль Духа. Потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. При этом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославит. Не скажет просто, о, это вот такой умный, хороший человек, а прославится его свободой. Когда люди будут замечать, что у тебя есть улыбка, даже при трудных обстоятельствах, он скажет,
что с тобой не так. У меня есть источник, у которого я посажен, и мой лист, он не будет вянуть. Я буду приносить плод свой в свое время, и даже больше скажу, в Новом Завете мы будем плодовиты, сочны, и мы будем приносить плод в 3 раза в году. И не означает, что это только 3 раза, когда у нас хорошее пробуждение будет, а что мы постоянно находимся с Богом. Я хочу призвать вас, и если мы обнаружили, что мы подустали, наш дух подиссох, нам уже ничего не хочется, я призываю вас посмотреть не на то, кто стал причиной боли сухих костей, а посмотреть, кого мы поставили в сердце, какого идола мы положили туда, от которого болит сердце, потому что идолы ненадежны. Один Бог, и у Ему слава, Ему честь. Я обращаюсь ко всем верующим, кто смотрит эти передачи в прямом эфире. Нет причины быть сухим. У нас все источники, верхний и нижний, открыты от Бога. Это говорю вам пророчески. Если вы хотите жить, вы найдете этот источник. Но причиной становимся мы лично. Я могу сказать, я лично стал каким-то, может быть, для себя этим сухим источником. Почему? Потому что, может быть, где-то притнулся, а может быть, остановился. Поэтому моя ответственность. Ицхак копал источник, и Бог ему дал. Может быть, дьявол пришел, закрыл его. Сегодня надо разгребать. Только так мы выйдем. Следующий уровень – это уровень чудес, милости, благодати для каждого из нас. Мы сейчас ставим наши ноги здесь и внизу, и у себя дома. Даже если вы у себя дома, я прошу вас верой вместе с нами пойти к Богу и сказать: «Господь, я раскаиваюсь». Раскаиваюсь, что положил свою надежду на человека, кто бы это ни был. Я, потому что я себя хорошего люблю. Я разочаровался в себе, потому что я оказался, как все остальные, ничем не лучше. Возможно, это мои дети, которые в конечном итоге, я понял, что они, как все, и ты нужен им, спаси их. Они были моим идолом. Возможно, это служители общин, церквей, а может быть, сама церковь. Принадлежность какой-то религиозной громады, да, или там организации. И мы так сильно гордимся тем, что мы часть этой организации. От одного имени страшно становится. Боже, мы хотим быть свободными детьми. Пасхальный день пришла радость от того, что завтра мы не будем делать то, что мы делали вчера. И перед нами обетованная земля, то место, куда стремится наша душа. И мы понимаем, что Авраам был странником и пришельцем в своей стране, в земле, которую Бог ему дал. Но он искал горнего, он искал того, кто строитель, художник, конструктор, Господь. И мы к Тебе, Аба, сегодня просто приходим, складаем наши венцы и говорим: прости, прости за идолов, которые томят наше сердце. Ты нам нужен. Аллилуйя. Никому.
сильно воззвать к Тебе, Господь, в нашем духе. Аллилуйя. И быть свободным. Никого милость Твоя, она обновится и обновляется с каждым днем. Что я увижу своих детей спасенных, родителей исцеленных, я вижу Твое благоволение в моей работе. Я возвращаюсь обратно к Твоим словам и говорю: Господь, только Ты мой источник, Ты моя жизнь, Ты, Господь, и нет другого. Руах, обнови меня. Я жажду, жажду Тебя одного. Боже святой, Боже, Yeshua.
и мы Тебе одному отдаем свой путь. Направь его. Верни нас обратно к источнику нашего благоволения. Это, когда Ты благоволил к нам и отдавал нам свое слово. Оно исполнится. Ни одно слово, которое до этого, не то, что Ты сказал, оно не пройдет даром и в нашей жизни. На этом мы стоим. Для этого мы собираемся. Для этого мы имеем упование. И для этого мы возрастаем в вере. Всякий идол, который поклоняется в сердце своем, дарует. Аминь.